большинства исполняемых им песен. Он сотрудничает как композитор и поэт не только с начинающими, но и с известными артистами и исполнителями. Является соавтором нашей землячки, композитора Юлианны Донской. Вместе они написали песни для Филиппа Киркорова, Кристины Арбакайте, Иванны и многих других. А он еще добрый друг нашего общества «Инавто», которое вон машет рукой и выставку представляют своих поделок. Итак, Денис, пожалуйста. Добрый день. Я немножечко в другом жанре, чем предыдущий исполнитель. Это поп-музыка. Песню эту вы никогда не слышали прежде. Она авторская. Музыка замечательного композитора Виктории Дубери. Стихи поэта Серебряного века Константина Бальмонта. У нее глаза морского цвета. Спасибо.
Денис, я думаю, что вы еще не один раз выступите на нашей малаховской сцене, и не только на ней. Ну и ждем, конечно, новых песен для Филиппа Киркорова. Ну дай бог, дай бог. Друзья мои, а сейчас захотелось попасть в Латинскую Америку.